Ты хочешь убить меня? Все, забирайте меня в Индонезию, я готова. Серьезно? Да, серьезно, почему нет? А у тебя кто-то из родителей русский? Нет. Они индонезийцы. Нет? Нет, они не русские. Откуда ты знаешь русский язык? Я русский язык самостоятельно изучал. Ничего себе! А для чего? Не знаю. Думаю, что буду в Россию попасть. Но он сложный язык, скажи. Да, он очень сложный. Особенно очень... с точки зрения грамматики, да, например. Да? А у вас... А ты откуда? Where from? Я с Индонезии. Индонезия. У вас какая-то школа для обучения русскому языку? Нет, вообще нету. Вообще нету? Да. Как ты, по интернету? Да, в интернет. Ничего себе. Ну ты большой молодец, ты очень хорошо разговариваешь. Спасибо. На русском языке. А почему на маске-то? А ты не... Ты хочешь убить меня? А ты неплохая? Нет, я хорошая. А хорошая, да? Прекрасный человек. It's gold. А ты кто? Ты откуда? Я просто индонезиец. А я с России. В каком городе? Краснодар. Краснодар? О, на юге России, где тепло. Да ты умный. Я не умный, я просто люблю изучать географию. А у тебя на голове это типа кепка или... Да, это шапка для молит, правда? Да, молит, ты... молит. Я мусульман. Можешь... Я тоже. А ты мусульманка? Да. О май гад. Это тюбетейка, я поняла. Как это... Почему, но... Ты из Краснодара? Как это возможно? Но а откуда это? Там есть много мусульманских? Россия это много... Много... Да, да, знаю, знаю. Но я знал, что мусульманских много в Дагестане, в Чечне, Татарстане, Башкортостане, Адыгея. В Киргизстане, да. Да, вот. Ну, просто мы переехали же, поэтому... Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Меня зовут Диана, мне 17 лет. Диана? 17? А, кстати, сейчас я кое-что покажу. Сейчас. Давай. Да, вот. Я верю. Да, теперь я уверен, что ты мусульманка. А ты что, не верил? Нет, я просто как это... Окей, если ты мусульманка, я хочу тебя спросить. А ты сегодня постилась? Конечно. Серьезно? Да. О, это он или она? Это он или она? Это девочка. О, как... Её как зовут? Женевра. Генебра? Да. Это уникальный. Это я его назвал просто как персонаж в Доте. А сколько сейчас времени? Сейчас я тебе скажу. 2 часа уже. А ты уже кушала? Потому что будешь поститься. Сухур в 4 часа закрывается. Да, правильно. А ты откуда сам? Я из Индонезии, который большинство мусульманский, 90%. А у вас там сейчас сколько времени? 4. 4 часа. А вы уже все, вы уже покушали? Да, уже, да. Я кушал. Буду поститься с тобой. Ты молодец. Чтоб Всевышний принял твой пост. Да. Вот. Дай Инстаграм. Секунду. Я еще... Как раз ищу русскую жену. Хочешь меня одеть со мной? Зачем тебе русская жена? Нет, не русская жена, которая мусульманка.
А, так я не русская. А ты кто? Какая нация? Как тебе сказать? Ну, у нас много наций. Аварцы, даргинцы, лезгины, табасаранцы. Ну, где, ты где ты родилась? А, Хаджалмахи. Так где? Это такое село в Дагестане. Ну, я не родилась, я просто мой род оттуда начинается. Это в России? Да. Вот это я никогда не слышу. Так ты не услышишь, потому что у нас больше 100 сел. Шерифа? Это ты? Да, ты меня нашел это, уже? Как это Шерифа и Диана? Почему? Ну, Шерифа, мне просто нравится это имя, это арабское имя. Как полное имя? Мое или вообще? Да, твое. Диана. Просто Диана? Да. Фамилия, имя? Фамилия Магомедова. Магомедов? Да. Как Не, Хасб... не Маг... Как Хасбула? Магомедова. Магомедова, да. Да. А ты Хасбулу тоже знаешь? Да, я знаю, конечно. Хасби, Ислам, Хабиб, Усман, Абу-Бакр. А, что-то мне такое чувство, что ты не с Индонезии. Нет, я с Индонезии, правду говорю. А Да. у тебя, кстати, ты Сав? Да, я Сав. А что у тебя на русском-то написано? Потому что я говорю по-русски. А скажи что-нибудь на индонезийском. А, ты не уверен, да? Что я индонезиец? Нет, мне просто интересно. Хай, apa kabar? Nama aku Sal. Dan sekarang aku lagi ngobrol sama Diana, cewek muslim dari Rusia. Неплохо. Что это значит? Я не знаю. А что это значит? Ну, я сказал, что привет, меня зовут Сал, и сейчас я общаюсь с Диан, которая мусульманка. Вот. Ого. И... Да. А тебе сколько лет? 23. А мне 22. Но ты сказала 17, как это? Шутила. А? Это была шутка. Это пранк. Окей, пранк. Я тоже пранк. Тебе пранк. Мне не 23. А сколько тебе? 25. Я сказал, но меньше, потому что тебе 17, я думал. Поэтому я сказал 23, чтобы... Это чтобы добычу не спугнуть, да? Да, вот, чтобы... Ну, кстати, почему ты в чат-рулетке тут? Чё ещё? Мне скучно. Просто я вообще первый раз. Первый раз? Да, а ты почему? Я уже сказал, что я ищу русскую жену. Ты ищешь русскую жену в чат-рулетке? Да. И чё, нашёл? Не знаю, теперь да, я нашёл. А ты приедешь в Россию? Да, почему нет? Я планирую в конце этого года. Ну, тут как бы искать себе жену странно в чат-рулетке. Почему странно? Не знаю, это как-то... Как я найду, если не в чат-рулетке? У нас, ну, редко кто знает русский. В интернете или там, я не знаю... Вот это в интернете! Мы сейчас в интернете! На какой-нибудь другой платформе. Но я думаю, это приложение лучше, чем... Не знаю, наверное. Да, потому что я тебя вижу, вот это вот красивая, какая красота и симпатичная. Спасибо. Ты тоже. Я думаю, что ты хочешь объяснить что-нибудь, но понятненько. Не стесняюсь. Почему так не надо? Почему стесняешься? Я без хиджаба. У тебя есть хиджаб? Нету. Принести, а потом я тебя видел. Сейчас.
Давай. Это моя будущая жена? Как это ваш? Masya Allah, cantik banget ya Allah, Akbar, cantik banget. Все, забирайте меня в Индонезию, я готова. Где мы будем жить? В России или в Индонезии? Не в России точно. А ты не хочешь? Нет. А что ты вообще сидишь так один? Не знаю, хочу попрактиковаться. А, ты практикуешься? Да, потому что у нас редко кто знает русский язык, поэтому. У тебя просто там еще написано Республика Корея. Да, потому что много русских. Не знаю, почему они ищут, ну, Корею. Не знаю, может быть, они любят Корею. Я бы хотела бы в Сеул поехать или в Токио. Ты тоже, да, любишь Корею. Не то чтобы люблю, просто я хочу именно в этот город поехать. А, окей. Давай покушать. Покушать? Угу. Но я ты пока... будешь поститься. Мне нельзя. А? Мне нельзя. Что это значит? Типа, ну... У меня эти дни, короче. У? Месячные. Я вообще не понял. Короче, у девушек бывают дни, когда нельзя поститься. Ты не будешь поститься? Мне нельзя пока, неделю. А, вот это? Да. А.